Итак, разбираем некоторые нюансы работы с простынями. Многие просто вот не хватает филигранности некоторой, или как-то, вот, не знаю, легкости этого полета. Вы же как жонглер должны уже это чувствовать. Вот, например, вам надо накрыть вот целиком, да? Берете за кончики, видите, да? Тут она сложена, вот тут она два кончика имеет, да? И растягиваете его одним взмахом, быстро. Взмах делаете, я просто медленно делаю. Взмах и один еще волну так запускаете, да, чтобы она полностью его накрыла. Вот смотрите, как это выглядит. Взмах и волна. Опля. От начала до того места, где надо. Видите, ни больше, ни меньше. Тренируйтесь. Потом, когда он, например, встает, закончили массаж. Ну вот вы закончили массаж, например, вот так вот, да? Дайте ему понять, что вы закончили. Все, дорогой, вставай. И вуаля! Открываете его, а сами отходите в сторону и складываете просто. Либо с этой стороны вы закончили, например, на ногах, вот, например, да, вот так вот он лежал у вас. Закончили с ногами. Опять же, потянули. А, ну, кстати, вот как с ногами, да, вот отдались ноги тоже. Раз. Половина просто уже почти пополам сложилась, да? Чуть-чуть потянули вот для завершения процесса. И говорите ему, вуаля, как в цирке Дю Солей. Извиняюсь за мой плохой французский. И начинаете складывать простынь. Простынь складывать тоже очень просто. У нее остаются вот эти вот складочки, да? Вы их посередине захватываете с двух сторон. Вот. И на просвет, не знаю, там видно на просвет или нет, уголки подравниваете. Не видно? То есть простынь, когда вы с этой стороны вот смотрите, я на нее смотрю, да, я вижу, где уголок, выше или ниже. И просто пальчиками быстро вот подобрал. Олег, а зачем вот ты в конце так складываешь красиво? Для следующего клиента? Да, для следующего клиента. Ту же самую простынь? Нет, либо в стирку, но это нам может пойти уже живое. Либо, да, для следующего клиента. Соответственно, раз, два, там, в три, в четыре раза. Ты же ведь не в стиральную машинку так заворачиваешься. Нет, они могут быть повторно использованы, могут быть куда-то перенесены. У меня там целая стопка простыней. А, подписаны, да? Чтобы они... не подписаны. Просто в куче не валялись. Просто делайте все аккуратно, вот. И одну на другую я вот так стопками складываю. У меня их там штук 6-8 где-то простыней. Вот. Все на этом.